большую машину собрать. Много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты. Вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и русский к нам висит. Лева! Грузовичок Лева. Посмотри, какая большая тыква! Интересно, что делает красный робот? А, он что-то вырезает из тыквы. Привет, робот! Что у тебя получилось? Ого! Отличная тыква для праздника Хэллоуин! Тяжелая, но очень красивая. Все эти тыквы друзья хотят поставить перед гаражом Капу, чтобы сделать ему сюрприз. Осторожнее, грузик! Ой! А? Кто же отвезет к гаражу все эти тяжелые тыквы? Здравствуй, Лёва! Какую машину ты соберешь сегодня? Это детали пикапа. Черное шасси, красная кабина, двери, четыре колеса. Зеленая решетка радиатора и фары. Кузов. В него мы сложим тыквы. Крылья. И два бампера. Сзади и спереди. Пикап готов. Давайте положим в него тыквы. Один, два, три, четыре и пять. Поехали! Ой! Все тыквы высыпались из кузова. Стой, пикап! Лёва, мы должны установить на кузов заднюю створку. Поищешь ее? Ага. Нашел? Это дверь от кабины. Не подойдет. Нужная деталь посередине. Бери ее, Лёва. Ставим дверцу на место. Вперед! Пикап уже подъезжает к гаражу Капо. Разгружаем тыквы. Капу, мы пришли тебя немножко напугать.
Друзья очень весело празднуют Хэллоуин. Песенки с Левой. Много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лева! Грузовичок Лева. На детской площадке стройка. Сегодня грузовичок Лева будет строить дом для роботов. Бетономешалка выливает из барабана бетонную смесь, чтобы получился прочный фундамент. Так, еще немного. Достаточно, бетономешалка. Хватит. Спасибо тебе большое. А вот и грузовичок Лёва. Он привез детали базы. Роботы, скоро у вас будет свой дом. Зеленый корпус – это центральное здание. Здесь роботы будут играть с друзьями. А это боковые корпуса – фиолетовый и голубой. Собираем лифт на крышу. Длинная желтая колонна и оранжевая платформа, которая должна опускаться вниз и подниматься наверх. Закрепим конструкцию длинным желтым шпилем. Это двери. Окна. Много окон, чтобы в домике было светло. Роботам очень нравится. Крыши боковых домиков. Три желтые горки,
по которым можно спускаться с крыши центрального здания в боковые корпуса. База для роботов готова? Нет, домика для одного робота не хватает. Фиолетовый на месте, голубой тоже. А красный робот остался без дома. Лёва, ты поможешь? Грузовичок Лёва приехал в магазин грузика. Привет! Тебе нужен новый домик? Выбирай. Зеленый? Бордовый? Нам нужен красный домик. Вот этот. Грузим его в кузов и отправляемся к базе роботов. Спасибо, грузик! Роботы ждут грузовичка Лёву. Он приехал. Устанавливаем красный дом на место. Робот очень рад. Спасибо, грузовичок Лёва. Грузовичок Лёва. По дороге едет маленький грузовичок. Ты знаешь, как его зовут? Правильно, Лёва. Лёва, грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва, грузовичок, нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберет. Грузовичок Лёва сегодня соберет новую машинку. Это шасси. Мощные амортизаторы. Они нужны, чтобы машинка могла ездить по неровным дорогам. Четыре колеса. Аккумуляторы. Электромотор. Корпус. Защитный бампер. И антенна, чтобы автомобилем можно было управлять. На месте, Лёва. Запускай машинку. Вперед! Быстро едет. Ой, что случилось? Какой-то детали не хватает. Мы забыли антикрыло. Нужно его поискать. Антикрыло выглядит вот так. У реки нет. И под мостом нет. Поехали поищем на дороге. Хм.
Что это? Лёва, стой! Правильно, Лёва. Это антикрыло, которое ты ищешь. Только оно засыпано песком. Капу, поможешь откопать? Спасибо. Ставим антикрыло на место. Можно играть дальше. Чем быстрее едет машинка, тем сильнее антикрыло прижимает ее к земле. И управлять машинкой становится проще. Вот это поворот! Что ты придумал, Капу? Ты догадался? Капу строит для игрушечной машинки настоящую гоночную трассу. Смотри, с препятствиями. Попробуем запустить по ней автомобиль. Вперед. Поворот. Прыжок. Еще поворот. Финиш. Машинка прошла трассу. Это было здорово. Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и русская к нам вези. Лева! Лева! Грузовичок Лева. Это экскаватор Капу. Знаешь, что он делает? Он выкапывает яму, чтобы установить на детской площадке щит с баскетбольным кольцом. Ой, осторожно, Капу! Щит падает. Попробуешь еще раз? Нет, не получается. Нам нужен цемент, чтобы закрепить основание. Смотри, Лёва уже везет детали новой машины – бетономешалки. Сейчас мы ее соберем и поедем за цементом. Колесо укатилось. Колесо попало точно в башенку робота. Робот решил построить башню снова. Готово. Робот попал колесом в башню. Интересная у него получилась игра. Давай пока прикрепим к шасси три колеса. Установим кабину. Зеленый бампер. Фары. Крылья. Это платформа. Оранжевые детали, которые будут поддерживать барабан. А это сам барабан.
цистерны, в которой бетономешалка возит цементную смесь. И еще одна оранжевая деталь сверху. Лёва, осталось найти и прикрепить четвертое колесо. Поищем его вместе. Смотри вокруг внимательно. За деревом нет. Робот играет с колесом и башней. Привет! Робот, хочешь, мы покажем тебе кое-что интересное? Только нам нужно колесо от бетономешалки. Спасибо. Поезжай за Левой. Все колеса на месте. Бетономешалка готова. Сейчас мы поедем за цементом. Робот, нажимай на кнопку. Получилось! Барабан вращается, чтобы цементная смесь не застыла. А бетономешалка едет на детскую площадку, чтобы залить фундамент для баскетбольного кольца. Ставим баскетбольный щит на место и наливаем цемент в яму, которую выкопал Капу. Достаточно. Спасибо, бетономешалка. Цемент застыл. Щит больше не падает. Давайте играть в баскетбол. Капу забил первый мяч. Робот, не грусти. Твоя очередь. Бросай, у тебя получится. Попал! Теперь на детской площадке играть еще веселее.